Так, ну батарейки мало осталось, поснимаю. Завтра улетает мой ножик в Германию. Почти что не успел сделать, но успел. Не знаю, видно будет, не будет. Давайте, может, вот так вот показать, потом покажу, как более-менее режет. Режет отлично, железка это MF3, там туда-сюда. Я ее еще подковал, потоньше сделал, но тут, конечно, вообще не видно, ничего будет. Давайте на свет, что ли. Во, вот так получше. У него тут деревяшка такая интересная. Тут кольцами идут, вот тут вот видно. Здесь он полосочками такими. Деревяшка твердая, воды не боится. Плохо гниет. И тут кольцами. И тут опять волнами идет. То есть у него такая вот структура интересная. Здесь медяшку проставил, ну и текстолита кусок. Чтобы более-менее заточнул до бритья волос. Сейчас чуть-чуть построгаю. Габи, абрепорта. Ну, в общем, я-то заточник еще тот. Здесь я сделал у торца погрубее, чтобы можно было какие-то косточки лупасить. Но он также самое бумагу будет резать, естественно. Но просто здесь погрубее заточка. А здесь уже потоньше, как бы, чтобы... Вот, чтобы уже резал нормально. Вот. Ну, помидоры, овощи, я там, по-моему, дыню резал, потом выложу. Как я дыньку режу, разделываю. В руке удобный, легенький. Баланс, естественно, сюда, потому что если он из руки будет в ручку улетать, он пальцы просто порежет. Поэтому он должен клевать вперед. Ну, вот. Что еще порезать? А, затачивал вот таким вот алмазиком вручную, естественно, как еще затачивать. Вон, у меня тут кожа. Чехол, кстати, я сделал из этой кожи ему. Вот он чехол. Не знаю, с собой он. Ага, вот. Это для переноски чехол. Естественно, что чехол просто для переноски, для того, чтобы можно было его там не хранить, а перевозить куда-то в сумку, чтобы не порезал. А так, конечно, его лучше хранить, естественно, в тряпочку завернуть куда-то. Как японцы делают. Поработал, вытер насухо, тряпочку завернул и убрал, куда там они убирают свои чемоданчики профессиональные. Так, ну все, в общем, показал. Железка хорошая, крайне, крайне хорошая. Все. Всем пока. Всем удачи, братцы. Все. Тут я резал, шинковал, смотрел, какой рез у него. Все.